Итак, всем привет, здрасте всем. Сейчас, короче, зайдем в парк, позырим, что творится. Ну и вообще я вам расскажу, что такое картинг, для тех, кто вообще не в теме, что называется. Вот. В чем? В том, что картинг, как и мотоциклетный спорт, подразделяется на несколько классов. Микро. Микро? Микро. А ракета это когда? После? Ракета, она одна и вне зачета. Вне зачета? Она одна. А после потом кто еще идет по возрастанию? Парила-мини. Ага. Парила-мини. Парила-мини. Интер, а, ЮВ, Интерконтиненталь, Юниор, Восток. Интерконтиненталь, что? Юниор, Восток. Юниор, Восток, так. Потом Rotax Max. Но фишка в том, что мощность двигателя растет, соответственно, класс называется по-другому. Вот. Но есть отдельный класс, который представляет себя персики. Это Rotax Max. Вот они, две тачки стоят. Ну, по сути, они одинаковые. Да не по сути, а точно, потому что объем двигателя 125. Дубасят они одинаково. Валивают они одинаково. Вот. Все зависит от уровня подготовки пилота. Как он ведет себя на трассе или вообще. Зона. Вот, короче, вон пацаны, сейчас попрут. Ты четвертый, да? Нет, в дом заезд первый. Вот семерка, которая шла первая, вот, да. Он зевает! Он реально зевает под шлемом. А так все нормально, да. У нас, короче, тренера и механики, сразу все в куче, да? Все до кучи, реально, как у мотогонов. Я говорю, сравнение офигенное, на самом деле. Какой идет? Пока последний. Мы верим в себя. Давай, рви, конечно, что. Да что ты, я прикалываюсь, ладно, что ты. Народ поржет, да? Четвертое соревнование, попрошу заметить. Четвертое соревнование? Мы не в круговых. Ну хорошо, да. А сколько занимаешься в общем по времени? Сколько занимаешься? Это первый год. Год, короче, да? Осенью начал, зимой подкрепил, а вот этот год уже периодически каждое соревнование. Короче, за год можно реально научиться дубасить. Ну так, потихо, последний. Сейчас, короче, знаете, подойдем к Лехе, украинцу. Ну, вообще, у него там наград куча, он, короче, такой важный, весь перец. Какой идешь сейчас? Не, я сам не еду. А, ты не едешь? У меня дети едут. Мои дети. Папик, что ли? Ну, типа того. Ты заделался папиком? И сколько у тебя прибыло? Сколько прибыло? Семеро. Семеро козлят? Ой, как клево. Волком выступаешь, да? Волком выступаешь. Девочки есть? Есть. Как Борисова идет? Пока первая. Пока первая. Ну что заезд? Это? Пока первая. Все, да. Может быть случится. Технический вид спорта. Ну да. Короче, фишка в том, что Борисова постоянно у нас рвет всех пацанов, короче, всех подряд. Вы видали, как палаточка? Заделали себе палаточку тут. Мы спрятались в этот цех. Кухня какая, о. Девочки, кухня, все как надо. Все как надо, смотрите. Вообще по фэншую все, что. О, пицца. Пицца. О, я-я. Подскажите. Что это такое? Картошка с чем? Да, мушку что ли? Не буду. С чем? Картошка с тушенкой. Походная еда. Клево. Ну вот как-то так картингисты живут. Очень, кстати, похожа жизнь на мотогонов. Очень похожа.
Но они более стильные, более такие офигевшие. Да, Лёха? Да. Короче, Лёша ударился вообще. Педагогику! Конкретную педагогику! Даже поговорить не даёт! Вообще не даёт! Как вы выступаете? Интервью. Как? Интервью. Ой, название капец просто. Че, как он идет? Четвертый идешь? Ну давай, последним надо, по любасу. Если ты не в теме, тебе будет сложно понять, что такое карты. Но когда ты присутствуешь постоянно, когда ты живешь этим, ты со временем постепенно начинаешь догонять, кто первый, кто второй. Вот, кто третий, начинаешь сам понимать картинг и реально болеть. Идем к людям, у нас тут трибуна такая. Девчонки тут ходят. Скажите, пожалуйста, вы болеть пришли или посмотреть? У нас сын детей. У вас сын есть? Поздравляю, он сейчас дубасит? Какой номер? Как идет? Четвертый. Четвертый, да? Ну, крутяк вообще. Класс? Парила мини. Еще раз. Мини, парила. Парила мини. Название просто. Юниор ракет. Парила мини. Мировые звезды автоспорта начинали свою карьеру, сами знаете с чего, с картинга. А мы увидимся на кольце. Ба-бам!